Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Nissan Qashqai 2008 года выпуска. Пробег на автомобиле 56 тысяч километров. Заменен на нем дворники стеклоочистителя. Стали смахивать воду с пропусками, полосить, но неприятно ездить. Экспериментировать не стал, заказал оригинальные дворники и установлю их. Вот здесь сбоку хорошо видно пропуски, полосы, и вот так вот идут по ряду. Здесь, как показать, наверное, камеру сниму. Получается вот такие ушки с одной стороны и со второй стороны. Мы берем их, нажимаем и выводим дворник вниз. Все. Здесь он одевается на крючок и защелкивается за счет вот этих ушек. Ну и аккуратно, когда опускаете, чтобы не ударить по лобовому. Также со второй стороны. Дворники стояли тоже оригинальные еще. Здесь вот маркировка. Нет. Водительский дворник большой, 28 890 JD 900. Пассажирский дворник маленький, 28 890 JD 910. Поднимаем поводок. Дальний не показал, а покажу. Поднимаем, одеваем на крючок. Нажимаем с двух сторон эти усики и защелкиваем. Все. Ну а теперь можно проверить, как он вытирает с первого раза. Все, никаких пропусков, никаких разводов. Поэтому лучше всегда использовать оригинальные дворники. На этом все. Замену передних дворников я закончил. Всего вам доброго.